Стармакс, Тимур Казаков, друзья мои. Это человек, который является руководителем этой структуры. Попозже мы узнаем, чем занимается эта структура, хотя и понятно, что структура занимается медиабизнесом. Да, продюсерский центр. И мы находимся, как ни странно, у Костянова сегодня день рождения. Ну, вот у меня единственный вопрос, Тимур, к тебе. Вот почему 27 является юбилейным у Кости? Не можешь ответить на этот вопрос? Ну, нумерология и вот это вот 5-10 юбилейные даты, они как бы заурядные, а 27... Как бы 40 не празднуется, а 27 можно и представить юбилеем. Хорошая мысль. То есть следующий, по идее, юбилей у него 54 должен быть, я так понимаю. Не вопрос, возможно. Так будет написано, Костяной 54. Костяной 54, не рождественские встречи. Не, летом, причем отпраздновать свой день рождения еще и летом. И 54, вообще было бы здорово. Это будет находкой. Я тоже так считаю, день рождения это же не то, когда ты родился. Конечно. А когда тебе выдали там свидетельство о рождении, паспорт? Конечно, можно поздравлять с 32-м днем очередного года жизни. Можно и с зачатием поздравлять, только высчитать, когда тебя примерно зарядили. И тоже в этот день, как бы, чего, нет? Конечно, и 32-й день юбилей отмечать, без проблем. Вот это я сейчас говорю к тому, что сразу чувствуется, что продюсерский центр. Вот человек, который, например, делает... Ну, пиццу, например, никогда в жизни так не разговорился бы, он просто не понял бы вообще, о чем идет речь. И только люди из шоу-бизнеса понимают, что шутить надо над всем. Иначе, как только заканчиваешь шутить, сразу прекращается твоя карьера, и ты становишься чиновником. Конечно, бизнес и шоу, они когда объединяются, шоу становится фундаментом бизнеса. И бизнес невозможен без шоу. Если греки говорили, что нужен людям хлеба и зрелищ, да, нужно давать. Конечно, когда хлеб есть, зрелищ нет, то... Засада. Да. А вот, кстати, я однажды перевел слово «шоу-бизнес» так для себя и понял, что звучит оно на русском языке как «видимость дела». Как звучит? «Видимость дела». «Видимость дела»? Ну, знаете, с какого языка переводили? С английского. «Шоу». «Бизнес дела». Шоу – это то, что нельзя потрогать. Видимость, праздник и так далее. Но слово пиар в связи с общественностью тоже, собственно, невозможно как-то потрогать этот труд и результат его действия. Но во многом наша жизнь зависит от именно пиара. Да, хотя некоторые товарищи в этой области являются пиарастами настоящими. Некоторые. Они неправильно освещают события под преломленным углом. Но мы говорим сейчас как раз о тех людях, которые делают свое дело правильно. Честно. Ну, конечно, и, да. И со вкусом. Конечно. Вот. Тимур, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какое-нибудь оригинальное поздравление Кости? Потому что он вообще во всем оригинальный человек, и поэтому поздравления тоже могут быть оригинальные. Я, конечно, могу себе представить, что ты можешь ему пожелать попугайчика, чтобы ему подарили. Но думаю, этот все-таки что-то будет еще более оригинальное. Я хочу ему пожелать, прежде всего, достигнуть апофеоза своего творчества и своего потенциала на российском рынке, на нашей эстраде и в российском шоу-бизнесе, чтобы он не то чтобы занял место лидирующих пародистов, а чтобы... Ну, у него нет конкурентов, у него нет аналогов, это уникум. И я хотел бы, чтобы его оценила вся Россия, весь российский шоу-бизнес, чтобы его оценила и международная общественность. Я хотел бы, чтобы его талант был оценен по достоинству всеми вокруг. То есть перевожу для наших зрителей, то есть Костя не аналоговый, а цифровой, то есть уже современный. Он современный. Не ламповый. Не ламповый. Он начал как голос Первого канала и продолжает как медийная личность. Он представляет собой... ну, человек-оркестр. И да, таких людей единицы. Согласен. Костя, мы, конечно, это будет хамством, но мы пожелаем нашей стране, чтобы как можно дольше она не рожала подобных тебе, чтобы у тебя не было конкурентов. Конечно. Будь единственным и неповторимым. А мы уж, поверь мне, приложим к этому все свои усилия и медиаресурсы. Тимур Казаков. Стармакс Групп. Стармакс Групп.